мне наряженный, суженый, вяженый, приди ко мне наряженный, суженый, вяженый, приди ко мне наряженный, суженый, вяженый, приди ко мне наряженный. Суженый, ряженый, приди ко мне наряженный, суженый, ряженый, приди ко мне наряженный, суженый, ряженый, приди ко мне наряженный, суженый, ряженый. Приманила.
А сколько их? Шесть. Да, человек. Шесть. Есть. Ну, они дворяне? Всех на подбор. Ну, а какие же они? Какие? Славные все-таки. Хорошие. Жующий. Первый Балтазар Балтазарович Живакин. Во флоте служит. Как раз под них придется. Говорит, чтобы невеста была в теле, а поджаристы совсем не любят.
же это? Если я выйду за него замуж, то буду называться Агафья, Тихоновна, Яичница. Яичница. Бог знает, что такое. Батюшка, да на Руси есть такие прочие. Что только плюнешь и перекрестишься, коли услышишь. Не хочешь одного, так возьми другого. Возьми хоть Балтазара Балтазаровича Живакина, славный жених. А какие у него волосы? Как, хорошие волосы. А нос? И нос хороший. Все на своем месте. Ты только не погневайся. В квартире только одна трубка стоит. Больше ничего, никакой мебели. Ну, а еще кто? Агнес Степанович Пантелеев, титулярный советник. Немножко заикается из-за того, что такой тихий. Они любят пиво выпить. А пьет. Непрекословно пьет. Ведь он титулярный советник. Ну нет, я не хочу, чтобы мой муж был пьяниц. Твоя воля, мать твоя. Мать моя. Ну, а еще кто? Да, есть еще один. Да, бог мне, другие будут почище. Надо тоже. Да. Уж он добрый советник, петлицу носит. На подъемку до тяжелого. Не выманишь из дома. Ну, а еще кто? Ведь ты говорила 6, а тут только всего 5. Да неужто тебе еще мало? Видишь, как тебя тут поразобрало. А ведь давеча была испугалась. Ну что за дворян-то творит? Хоть у тебя их и 6, а право купец станет 1 за всех. Конечно. Идет, идет. Какой толстый. Яичница. Яичница.